Сегодня стало известно, что сумма взятки бывшему зампреду Белкоопсоюза составила около 2500 долларов. Как отметил зам генпрокурора Беларуси Алексей Стук, это та взятка, которую доказали во время расследования. Цитата. Пока установлен только один факт. Кроме того, представитель генпрокуратуры прокомментировал ситуацию с коррупционными делами других должностных лиц. Задержанный ранее инспектор по Гродненской области Сергей Равнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса. По словам Алексея Стука, большое количество выявленных преступлений напрямую связано с активной работой правоохранителя, а также многоэпизодными случаями, когда дела раскрываются по цепочке. Органы прокуратуры проводят большое количество проверок, направленных и выявляется на борьбу с коррупцией, и выявляются именно административные правонарушения, которые создают условия для коррупции и порождающие коррупцию. Поэтому именно вот этот вот пласт административных правонарушений, он при их выявлении, он является, ну, несет профилактическое воздействие с целью предотвращения более тяжких преступлений. В оценке тяжких последствий и ущерба коррупции есть такое понятие «ущерб, причиненный коррупционными преступлениями». За 5 месяцев текущего года этот ущерб составил более 8 миллионов рублей. Кроме того, зам генпрокурора рассказал и об изменении в Уголовный кодекс по наркостатьям. Генпрокуратуры инициируется понижение нижних пределов по 2-3 части статьи «Незаконный оборот наркотиков». Кроме того, предлагается уточнить перечень наркотических веществ, которые могут встречаться в незаконном обороте.